Всем привет! Сегодня будем производить замену пружины задней подвески. Обломала виток сверху. Будем менять пружину на новую. Для этого в неподдомкраченном состоянии устанавливаем две стяжки, чтобы пружина, когда будем снимать и поддомкрачивать колесо, пружина на рожатие не выстреливала. Было проще извлекать. Сняли колесо. Откручиваем фиксирующий болт на 18 и гайку на 19, крепление рычага. Отпустили, болт пошел, ставим упор и поддомкрачиваем рычаг. Немного поддомкратил рычаг, чтобы можно было свободно извлечь вот этот болт. Откручиваем гайку и извлекаем болт, чтобы не было щелчка вниз. Здесь будут сдерживать стяжки, и рычаг опустится в нижнее положение, выведем пружину. Все, домкрат немножко придержал рычаг, чтобы не пошел вниз. Сейчас его буду опускать. Извлекли вот этот болт. Вот он, болт. Сейчас опускаю домкрат, и наша пружина на стяжках должна будет выводиться в сторону. Все. Опускаю домкрат. Рычаг наш становится свободный, и извлекается пружина. В нижней части фиксатор под пружину резиновый. Почистить, помыть. Здесь стопор, который вводится. И в верхней части тоже наши резиновые прокладки, они еще хорошего качества. Все, обломан виток. Дальше что? Ужимаем новую пружину стяжками и в обратной последовательности собираем. Вначале устанавливаем, пытаемся поддомкратить, совместить ось болта и вставить болт. В принципе, вся замена. Извлекается пружина несложно. Вот, а с обломанным витком моя пружина. Снизу укажу номер оригинальный на пружину подвески и укажу аналог, который я устанавливаю. Устанавливать буду пружины фирмы Stelex. Маркировка идет номер 10-223-30SX. Также укажу видео и в описании. Разница в витках, вот в диаметре витков. У меня стояло 12 миллиметров, на Stelex идет 11,4. Ну, на 4 сотки, на 6 соток меньше. Здесь 12 ровно, 12,1. 11,5. 11,5. На 0,5 по диаметру меньше. Но я не думаю, что это критично, поэтому также в нижней части, где рычаг, стоят резиновые прокладки. Если кому интересно, маркировка 1КО 512 297D. Также укажу внизу видео. Вот так она выглядит. С такой пимпочкой, которая фиксируется снизу, чтобы никуда не ушло. И верхняя чашка фиксируется обычной прокладкой без пимпочки. И здесь уже, наверное, заменитель Испания написано. А может быть, оригинал. Номера посмотрю, скажу. 612-149B, а начало стерто. Все. Сейчас ужимаю пружину при помощи стяжек и завожу в рычаг, поддомкрачиваю в обратной последовательности. Сжимаю пружину. Первоначально стягиваю такими большими стяжками, но за счет того, что концы будут упираться либо в рычаг, либо в верхнюю часть автомобиля,
ставлю потом малые стяжки и дополнительно для выкусывания еще медной проволокой стягиваю. Все, в таком вот сборе я ее устанавливаю и после того извлекаю боковые стяжки и выкусываю проволоку. Как-то в гаражных условиях у меня так. Вот наш рычаг. Сюда попадаем и заводим его в место фиксации. Сейчас домкратом буду приподнимать, чтобы совместить ось, где крепится болт рычага к машине. Ну, буду смотреть. Совместили ось с отверстием болта, ось болта с отверстием. Поддомкратили, немного применяли рычаг, труба и установили на место. Все, наши стяжки освободили. Сейчас их извлеку и выкушу проволоку. В принципе, проволоку можно было и не одевать. Болт зажимаем, когда уже установим колесо, чтобы полное зажатие было. Вот такое вот видео получилось. Все, кому было полезно, заходите на канал, подписывайтесь, смотрите новые видео. До новых встреч!